Ну, Казахстан у нас, как Россия говорит, Казахстан – это вторая наша родина, Казахстан. Казахстан – это наша вторая родина. И Сталин был, когда Сталин был, он даже казахов не мог понять, что это казах. Да он вообще в стопор ходил, когда спрашивал, а что это казах? Он, этот Сталин, в стопор ходил. Как просто язык проглотил. А ему просто не было чего ответить. А вот я, например, лично отвечу, что такие казахи. Эти казахи, они как барашки. Маленькие барашки пасутся. Они никому зла не делают. Они пасутся, барашки. А эти барашки, они, у них такие ножки, тоненькие ножки. Они как спички ножки, тоненькие. А вот эти казахи, они у них, особенно у женщин, ножки тоже тоненькие, и жалко тоже. И вот барашек, когда его сажаешь на костре, вот такой вкусненький барашек, он очень такой вкусненький этот барашек. И вот эти казашки, они очень-очень питательные и вкусненькие такие, эти казашки. Вот. Особенно я этих казашек люблю, они такие... Ой, очень хорошенькие, такие добренькие, вообще, вот. А вот эти сапсы, ну как сказать, они привлекательные, вот эти сапсы, вот они сапсы, вот они. А вот с казашками, а одни казашки вообще прекрасны. Вот, особенно вот эти алматинки. А ой, такие красавицы, вообще слов. Я вот в Алмате был, да, вообще хорошие. И вообще, вот этот Казахстан, это красивый край. Красивый край вообще. А вот что мне